Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Всем привет, меня зовут Артём, и вы на канале A Video Games. И сегодня мы с тобой продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. В общем, собрали мы с тобой обе детали от электрощитка. Бегает тут за нами где-то тиранушка. Вот, и, значит, идем мы теперь, получается, снова туда, где этот ебучий питомник, стоянка. То есть надо забрать карту от выхода из гаража. Вот. Ну вот, как-то так. Давай. Че? А, у нас все с собой. Так, красная трава. Громовой ястреб. Давай-ка мы лечебный спрей с собой еще возьмем. Место вроде позволяет. Так, а мы же брали какой-то полицейский жетон. А, это был этот. Понятно. Ой, блядь. Ой, блядь. Как он меня раздражает, а? Сука такая, а? Чё ж с тобой делать-то, козлятина ты ёбаная? Так, теперь главное не заблудиться. Потому что, если честно, куда бежать я очень херово помню. Отстань, чувак, отстань. Отстань, не до тебя. Не до вас. По-моему, куда-то вот сюда. Ой, блядь! Тихо! Не надо меня так пугать. Вот тут, по-моему, можно... Да, тут можно сохраниться. Отлично. Короче, мы тут сохраняемся. Шляпа, шляпа, шляпа тирана. Сюда, насколько я... Помню, он зайти не должен. Так, громовой ястреб. Прется, сука, смотри. Где-то тут. Вот. Так, тут мне делать нехуя, насколько я. Иди в жопу, лисенок. Где-то ходит, чепушило. Где-то, сука, тут. Где-то, сука, совсем рядом. Ты ушел, нет? Сука, или он тут стоит? Так, а давай карту пока глянем. Так, насколько я понял, нам по лестнице. По лестнице. А если я по этой лестнице пойду вниз, то попадаю я, да. Как раз стрельбище, парковка, ну, видимо, куда надо. Иди нахуй. Все, пошли в жопу от меня. Все, пошли нахуй от меня все. Так, сюда. Сюда. Бежим до следующей стоянки. Так, тут все отлично. Да? Да. Тут никого нет. Вниз мы можем слазить, я думаю, спокойно. Да, там еще сохраненка была, где-то тут поближе. Слушай, а тут ничего больше открыть нельзя? Походу ничего. Ну давай тут сохранимся, тут еще поближе будет. Вот. И посмотрим, что дальше. Так, а тут нам, в принципе, по-моему... Да. Тут нам в целом вообще делать нехера. Вообще. То есть тут мы вроде как все взяли, все собрали.
Да? Ну да, там вниз, там этого черта, блядь, с глазом на плече уебали. Тут нам пройти не получится. Он сломал там пол, блядь, нами. Ну да ладно. В общем, бежим обратно. Бежим обратно. И идем забирать ключ-карту. Так. Оба механизма, да, анонизма взяли. Отлично. Так, ну пойдем на парковку. Вот мне прямо интересно, как эта козлятина оказалась на первом этаже. Я, насколько я помню, в тот раз со второго бежал от него. И он как бы должен был бежать как бы за мной. Так. Да тихо! Короче, их тут дохуя. Что-то мне подсказывает, что они все отсюда выйдут, блядь. Вот жопой чую. Так, погоди. Это нас кто? Громовой ястреб. Выбрать. Патронов, конечно, хуй да нихуя. Ну да ладно. Тут чё? Использовать. Куда он вставляет? Использовать. А! Во! Так, и что нам надо сделать? Надо нам соединить. Ну, туда, чтобы питание ушло, да? Так, ну, я так понимаю. Вот такой только вариант есть. Здесь только вот такой вариант. Тут вот так. Стоп. Почему ток? Что это такое? А. То есть вот она идет от этой. А здесь что за ног? Ну тут бесполезно. Тут вот так, да, как-то. Тут как-то. Как-то нихуя не так, слушай. Ну, тут ты чё? Тут ничего. Вот. Блять. Блять. Не так. Чё-то я туплю, жесть. Жесть, как туплю. Так, стоп. Короче, можно вот это соединить? Этого никуда. Так, давай так. Красный, синий. Плюс, минус. Почему загорается, когда я вот это вот провожу сюда? Цикл. Вот. Вот. Так, это я где? Это я вот здесь. Какая-то записочка, смотри. Записка Бена. Участок кишит чудовищами. Даже сюда доносятся их вопли, но пугает меня не зомби. Проект под кодом названием «Тиран». Совершенное биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что та тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Что это такое? Спрей. Лечебный спрей. Так.
Да, говорит. Чё да, хуйна. Но это не объясняет слухи о приюте. Его спонсирует Umbrella. Какое интересное совпадение. Ты сказал, что это интервью о новом гранте Umbrella. Брось, Аннет, всем на него плевать, им нужна информация о G-вирусе, и откуда ты о нем знаешь. Сраной выгребной яме под улицами города. Кстати, по слухам, она связана с вашей подземной лабораторией. Лабораторией? Ну что, расскажешь что-нибудь? Интервью окончено. Интервью окончено. Стерва. Сучка. Ну как он голову помял некрасиво, видели? Стенограмма интервью. И довольно магнитная карта от гаража. Сбегите с парковки. Сбегите с парковки. Так. Чё за хрень? Сука. Сюда? Блять, не сюда. Give me a break. Не сюда, сука. Не сюда. Не сюда. Отстань от меня, хуй, блять. Бесцветный. Серый хуй. Ой, отстань, отстань. Нет, нет, нет. Отпусти, брат. Отпусти, сука. Отпусти. Отпусти, отпусти. Блять, да беги ты, беги уже. Ёбаный стыдоба, ты чё, тварь? Отпусти, отпусти меня, сука. Седой, хуй. Так. Ада, ада. Красава прям. Прям красава, слов нет. Охуеть. Мне начинает надоедать. Второй раз подряд спасает твою задницу. А ты что считаешь? Слушай, это не игра. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Здесь под землей ничего не умирает навсегда. Я чё, куда? Опа. Надеюсь, все, слушай. Он больше не будет за нами бегать, да? Я так понимаю, у тебя есть ключ, ага. И вот. Я надеялся, ты сможешь объяснить, о чем здесь. Чё не по... Возможно, мне надо ее послушать, о чем нам говорят. Пора, говорит, валить отсюда нахуй. Я с тобой полностью согласен, как и в прошлый раз. Вот это была жесть. Вот это, блядь, жесть, как она есть. Так, потом придется поднять заграждение. Погодь! А тут можно сбегать, сохраниться, нет? Вон это? Подожди. Вон там что, блядь? Скончался? Хуй его знает. Вот трупа нет, вот это мне не нравится. Вот что значит нет трупа? Значит, что он, сука, живой. Можно я сбегаю и сохранюсь, чтобы не нервничать так больше? Ща хуяк, а он здесь. Со своей серой мордой, блядь. Ну, давай. Ну, это, конечно, жестоко. Два спрея, трава. Слушай, давай пока оставим это все. Места вроде есть. Два спрея, трава. Хер его знает, что там сейчас будет. Сейчас мы откроем ограждение. А там этот педрило вдруг вылезет. Вот это будет тогда вообще нехорошо. Может, уже поднимешь чертова заграждение? Да бегу. Магнитная карта. А, она, наверное, сейчас как раз. А, все, да. Да, у меня и нет еще места, кто ее слабо. Вот это была жесть. Это была просто жесть. Жесточайшая. Поговорите с Адой. Короче, я буду ходить за ней. Она круче меня, она меня везде спасает, она меня спасет, если что. Ресторант.
Эту информацию ты искал. К сожалению, нет. Бен меня подвел. Так что конкретно тебе нужно? Больше сведений о тех, кто заварил эту кашу. А насчет тебя? Хочешь мир спасти? Я сказал лейтенанту Бреннагу, что приведу помощь. Ну что, удачи, ёпт. Какой наивный Ленька. Куда мы идем? Куда мы идем? Ганшоп Кендо. Магазин оружия Кендо. Тупик. Похоже, нам придется пройти через этот магазин оружия. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Так, ключ есть. У нее отмычка. Ну и бардак. Точняк. Главное, что этот гондоньер будет ходить за мной. Так, это, наверное, сразу можно, да? Ага. Отличный ствол. Так. Ну, давай возьмем. Кули нет, как говорится. А что ты тут сидишь-то? Ты типа так и будешь сидеть, да? Я понял, конечно. На какую-нибудь жопу нарваться мне надо без нее. Это я уже понял. Письмо владельцу магазина. Кендо, похоже, у тебя есть свои причины, чтобы остаться, и я верю, что ты сам сможешь о себе позаботиться. Если ситуация ухудшится, и у тебя не выйдет придумать что-то еще, ты знаешь, где меня найти. Сделаю все, что смогу. Джилл Валентайн. О, чье имя упоминается. Из первого резика. Так. Так. Стоять. Я не причем, я ну, стоять. Так и думал, сука. Я просто проходил мимо, пожалуйста, опустите оружие. Не дождешься. Сейчас ты развернешься и уйдешь отсюда, откуда явился. Ёпуш мать, а! Думаю, вашей дочери нужна помощь, сэр. Не указывай мне, как обращаться с дочерью. Бросай. Нет, стой! Отойди, надо прикончить ее, пока не стала монстром. Прикончить? Черт, это же моя дочь. It's my fucking daughter. Ada. Ада, оставь их. Just let them be. Да хуй с ней, она его покусает и пизбит. Ну, правда, потом, сука, вдвоем будут. Эмма, дорогая, я же просил ждать там. Папа. Да, Эмми, папа с тобой. Я здесь, слышишь? Эти чертовы твари снаружи. Смотри, что они с нами сделали. Да, чувак, ты коп, ты должен что-то знать. Почему это случилось, а? Да какая разница, вы трубы уже оба, ебаный в рот. Че ты орешь, не ори. У нее уже из глаз кровь идет. Она была нашим ангелочком. Мама. Мама спит, милая, слышишь? Спит, походу, вечным сном, мама. И тебе тоже пора в кроватку. Эмма. Эмма. Что-то знакомое, блядь, имя. Слушай, нигде это не появляется, ни в каких резидентах в будущем. Эмма. Ну да ладно. Just go. Уйдите. Просто оставьте нас одних. Да уйдем, уйдем. Уйдем. Печалька. Печалька. Ладно, одно дело. Скрывать правду. Но от него-то типа что? Ой. Все нахуй, есть. Я хочу понять, что тут творится. И остановить того, кто за этим стоит. Помогать людям вроде него. Для этого я и пошел в полицию. Ой, какой наивный, Ленька. Моя задача — сорвать все планы Амбрелла. Мы можем погибнуть. Если это нужно для спасения города, я с тобой. К
какой герой, ёпта ж мать, а куда деваться? Так. А тут делать нехрен, да? Тут ничего больше интересного нет, я вроде там все осмотрел. Так. Нельзя сюда, да? Ну ладно. Так, ну что дальше-то? Слышал об Umbrella Corporation? Это фармацевтическая компания, которая тайно занимается разработкой биооружия. У них есть вирус. Он обращает людей в неуязвимых чудовищ. Теперь понятно, что это были за существа. Америку, блядь, открыл. Как мы жили без этой информации? Ёбаный в рот, а? Поэтому я ищу Аннет Биркин. Это она выпустила вирус Umbrella на свободу. Аннет Биркин? Аннет Пипиркин выпустила вирус на свободу. Кто это такая-то вообще? Опа. И че туда надо? Удерживаю. Оп. Хуя себе он прыгнул, бля. Я бы все на ноги сломал, если бы я так прыгнул. Это наш путь к Аннет. Канализация хорошо вписывается во все, что мне рассказала. Хоть где-нибудь, блядь, без канализации могут обойтись? Блэкмессу прохожу, там лазит по дерьмам. Тут полез в дерьмо. Скоро и в Хитмане до сигнализации, тьфу, блядь, до канализации доберусь. Чего нет-то? Can't imagine a real scientist being down here. И какой настоящий ученый сюда за ваш штаб, этот путь приведет нас прямо к секретному комплексу Umbrella. Да не может быть, канализацию обслуживает город. Как им удалось построить комплекс без ведома властей? Что, нельзя? Добро пожаловать в корпоративную Америку. Umbrella многие годы контролирует Raccoon City. И тут сейчас тиран, да? Резко так. Тук-тук. Или он сдох все-таки, а? Как думаешь? Не, я, конечно, приблизительно припоминаю предыдущий. По-моему, он последним боссом будет. Но мне интересно, вот до последней босса он еще тут появится. А что это ты слышишь? Иди вперед. Не хочешь? Иди вперед. Не? Ну иди. Сучка. Кто топает? Чикуть! Боже, это землетрясение? Очень надеюсь, что да. Это тиран стену долбит, сука. Потрохи. Отлично. Какого хуя? Кто знает, что там прячется? Ты что, такой крокодил, что ли, был? Я не понял. Да ладно. Слушай, походу, это реально крокодил гигантский. Потому что хвост прям похож был. Так, тихо. Тихо. А сюда можно подойти? Туда посмотреть, нет? Короче, ничего хорошего. О! А ты где? Ты тут? Все, отлично. Так, давай-ка мы тогда что делаем? Выкладываем. Выкладываем. Ну нахрен это все дело. Так, травушки какие-нибудь есть у нас? Травушек разных много, но что-то... Так, что нам вообще забрать надо с собой? И предметов у нас сюжетных, походу, все уже... Да, слушай. Сюжетных предметов вообще нету. Походу, мы полицейский участок прошли, больше туда, наверное, не вернемся. Так, а порохов, хуёрохов нету? Ничего нету. Нету пороха, нету ни хрена ничего. Так, ничего я не пропустил? Наверное, нет. Ладно, давай-то сохраняемся. Вот, и, наверное, надо потихонечку на сегодня заканчивать.
Ладно, давай ради любопытства глянем, что там. И на сегодня, наверное. А что это? Дверь. Нет. Китайская морда должна со мной пойти. Я не пойду один. Ну ты чё? Слышь? Идёшь? Отлично. Пойдём посмотрим. Слышь, пойдём. Не отставай. Просто глянем. Просто одним глазочком. Глянем и на сегодня закончим. Что я так понимаю, полицейский участок у нас... Ты бежишь, блядь, как топает, как слон. Одену, блядь, каблуки, потом... Пугайся их. Патроны. Слушай, давай-ка мы пистолет возьмем. Он по три, в принципе, может стрелять. Патрон до хрена, а для остального патрон мало. Если чё... Ты идёшь? Тихо! Опять? Леон, еще не поздно повернуть назад. Вот еще, я с тобой до конца. Да куда назад? К тирану, блядь, назад? Дуришь совсем? Чё тут будет? Вот что здесь сейчас будет? Жопа какая-нибудь. Полная жопа. Главное, чтобы назад к сохраняшке дали вернуть. А, не, назад мы уже не вернемся. Ладно, прыгаем. Умрем так умрем. Продолжим в следующий раз. Точно. Уверены, что нам сюда? Что такое? К сожалению. Оба! Жди здесь. Дурак же? Слышь, Леонид. Ты чё, блядь, совсем дебил? Наоборот, говорит, прыгай сюда, спасай меня. Это чё за хрень-то такое? Лёня, беги оттуда, Лёня, беги. Беги, мать твою! Я сейчас побегу, да? Я побегу. Я слушай, точно, я бегу, смотри. Я бегу. И хуля? И куда? Да вы чё? В общем, это. Думаю, на сегодня все. Мы посмотрели, как там интересно. Там охуительно интересно. Вот. Спасибо за просмотр. Если понравилось мое видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Не забудь нажать колокольчик, пиши комментарии. Ну и, в общем, думаю, что завтра Black Mesa. Потом Hitman. Ну и дальше все. По расписанию, как говорится. Все, давай. До завтра.